Подозреваемого в изнасиловании 16-летней девочки на карьере «Изумрудный», возможно, видели в маршрутке номер 54. Мужчина, по словам очевидцев, приставал к детям. Похожий вот на этого человека мужчина сначала вел беседу с 14-летним мальчиком, а потом переключился на второклассника, выяснял, где тот учится и проводит время. Вопросы показались подозрительными одному из пассажиров. Он попросил незнакомца не беседовать с ребенком. В итоге завязалась потасовка. После разборок подозрительный человек успел запрыгнуть в салон микроавтобуса и уехать, а другой участник конфликта обратился в полицию. По его словам, мужчина был похож на фоторобот-насильника, который летом напал на девочку-подростка на карьере «Изумрудный».